Одна из главных задач в строительстве – правильно выполненная исполнительная документация. Без нее невозможно ни сдать дом, ни какие-либо виды работ. В то же время не каждой компании под силу содержать собственный штат инженеров ПТО. В таких ситуациях на помощь им приходят такие организации, как «Идеалстройинвест». Компания «Идеалстройинвест» на рынке более 2 лет. За этот сравнительно небольшой промежуток времени она успела зарекомендовать себя как надежный партнер. Здесь собраны профессионалы высокого класса. Подбор сотрудников проводит тщательно и к каждому индивидуальный подход, говорят в руководстве. Это помогает работать более оперативно и качественно. А начиналось все с работы в сфере строительства. С самого начала мы себя позиционировали как строительная организация, промышленного строительства непосредственно. Сложности к подписанию исполнительной документации столкнулись на собственном опыте, и когда выполняли объемы работ на федеральных трассах М5, где особо есть бюрократия, и там мы поняли, что нам необходимо не набирать сотрудников для выполнения наших объемов работ, а непосредственно выполнять эти объемы работ для других строительных компаний, у которых сложилась точно такая же дилемма, проблема, которую необходимо было решать. Тема строительства волнует сегодня многих, начиная от потребителей, которые покупают квартиры, и им важна репутация компании-застройщика, заканчивая самими строительными компаниями, которые сталкиваются со своими профессиональными задачами. Решить их не всегда под силу самостоятельно, да и необходимость такая нужна не постоянно. По мнению экспертов, пользоваться услугами профильных компаний зачастую экономически более выгодно. У нас это порядка сейчас 200 клиентов, начинающих предпринимателей, у которых нет в штате инженеров ПТО, которые только начинают свой этап в строительном бизнесе. Это маленький объем работ. И заканчивая крупных заказчиков для нас, таких компаний, которые выполняют подрядные работы у «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и различных подобных планов. Это связано с тем, что не от наличия у них в штате инженеров ПТО, а от того, что их инженера ПТО не справляются, не успевают за выполнением объемов работ, которые выполняет строительная бригада непосредственно. То есть здесь вступаем в дело мы уже. Прибыль любого бизнеса приносят потребители. Самые успешные компании давно сделали ставку в своей работе на клиентоориентированный подход. Он позволяет сформировать пул постоянных заказчиков, которые работают с компанией долгое время. Это является конкурентным преимуществом «Идеалстройинвеста», говорят специалисты. Без тесного взаимодействия с заказчиком невозможно сделать работу быстро и качественно. При подготовке строительной документации это особенно важно. Мы выполняли объекты такие, как X-Retail Group, Башкирский трубоцинский бройлер, торговый дом «Авдон». В данный момент производим работы на различных социальных объектах. Уже несколько лет мы сотрудничаем с «Идеалстройинвестом». Они являются надежными, проверенными партнерами. Благодаря их документации все наши объекты проходят без заминок, с минимальными нареканиями со стороны заказчиков. И благодаря хорошим человеческим отношениям мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. На данный момент «Идеалстройинвест» имеет филиал еще и в Москве. Его открыли в конце прошлого года и на данный момент активно развивают. В планах на ближайшее время существенное увеличение числа филиалов. Так уже до конца года появится представительство на севере России, а также в Казахстане. Расширение географии позволит занять существенную долю рынка подобных услуг. Вообще у нас приоритет 15 городов-миллионников России. Это в первую очередь мы это открываем для того, чтобы набирать высококвалифицированные кадры со всей России, собирать. Потому что кадры есть, но высококвалифицированных мало. Инженеру ПТО рознь. Один человек может заменить 5. Это факт, это является нашим преимуществом среди других компаний. Что мы, в принципе, и хотим сделать. Это ниша открытая, и которую мы планируем забрать полностью. Компания «Идеалстройинвест» не просто берет на себя часть ответственной работы строительных и подрядных организаций разного уровня, но и делает это качественно. Слышать нарекания от клиентов за время работы не приходилось. Производственные специалисты в строительстве должны иметь самую высокую квалификацию. Здесь собраны именно такие люди.